По факту похищения и убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Напомним, днем 2 сентября в Иванове была похищена 2-летняя Яна Леоненко. Этим же вечером девочку нашли мертвой в акватории парка Харинка. По подозрению в совершении преступления задержана женщина 1991 года рождения. Ей предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Новость об убийстве 2-летней девочки вызвала огромный резонанс в обществе. Изумление перед человеческой жестокостью и ужас произошедшего потрясли ивановцев. В памяти погибшей Яне к месту трагедии неравнодушные люди приносят цветы и мягкие игрушки.